Вопрос социального сиротства обсудили депутаты окружного собрания совместно с главами муниципальных образований на заседании социальной комиссии, которая состоялась накануне в Нарьян-Маре. Подробнее в материале нашего выпуска. Вопросы опеки детей, оставшихся без попечительства родителей, рассматривали на совместном заседании депутата и главы поселения Ненецкого округа. По мнению собравшихся, проблемы сиротства напрямую связаны с алкоголизацией населения, а сиротство в большинстве своем носит именно социальный характер. Принято решение, чтобы, во-первых, создать рабочую группу, на которой обсудить дальнейшие шаги. То есть мы знаем, что законопроект по алкоголю, вообще по борьбе с алкоголизацией, он на сегодняшний день есть, но я считаю, что он сырой и на сегодня он не рабочий. В ходе обсуждения депутаты сошлись во мнении, чтобы решить проблему сиротства, надо на местном законодательном уровне урегулировать вопросы реализации алкогольной продукции, вести ответственность за нелегальное распространение алкоголя на селе. А мы должны эти вопросы решать совместно. И чем будет у нас больше реальности, возможностей для осуществления этих полномочий, не только самому комитету, а еще и главам, я думаю, мы сможем сдвинуть с мертвой точки. На перспективу в планах окружных парламентариев провести встречи с представителями городской власти, выяснить, как ведется работа в области опеки и попечительства в городе Нарьян-Мар, обсудить и выработать совместные пути решения этой проблемы. Ольга Русул, Вадим Носкин, телеканал «Север».